Всем мое почтение, друзья. И сегодня, 13 апреля 2022 года, появилась информация, что Макрон отказался назвать происходящее в Украине геноцидом против украинского народа. Но более того, он еще сказал, что россияне и украинцы – это братья. Вот иногда мне кажется, что этот Макрон реально какой-то или наивный, или слишком глупый, или просто подкупленный, так сказать, за бабло Кремля. Вот как вы считаете, какие из этих три версии правильные? Я лично считаю, что этот человек просто зависит или на крючке у Путина. Но назвать братьями вот этих орков, которые наступают на Украину и убивают мирных жителей, он решает за нас, кто нам братья, а кто нет. Я лично считаю, что у Макрона чуть-чуть крыша того